Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зойкина кухня. Сегодня предлагаю приготовить булгур с овощами и с куриными ножками. В первую очередь куриные ножки замаринуем. Для маринада нам понадобятся следующие ингредиенты: соль, перец, приправа для мяса, чеснок, оливковое масло, растопленное сливочное масло. Все ингредиенты добавим в одну емкость и хорошо перемешаем. И оставим мариноваться на пару часиков. Также нам понадобятся следующие ингредиенты: сладкий перец, репчатый лук, морковь, томатный сок, булгур. Булгур хорошо промоем под проточной холодной водой. Ножки промариновали. Будем жарить с обеих сторон до румяности. Итак, дорогие друзья, ножки готовы. Теперь добавляем в казанок смесь сливочного и растительного масла. И в первую очередь поджариваем лук. Затем морковь. Сладкий перец. Густой томатный сок. Немного протушим. Добавим булгур и хорошо перемешаем. Посолим, поперчим. Добавим любимые приправы. Я добавила итальянские травы. Выкладываем куриные ножки. Заливаем водой. Даем закипеть. Еще раз пробуем на вкус. Затем переводим на слабый огонь и варим до готовности. Крышкой обязательно закрываем. Булгур с курицей и овощами настоялся где-то около получаса. Теперь можно подавать к столу. Вот такое вкусное и сытное блюдо на каждый день у нас получилось. С вами была Зойкина кухня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, дорогие друзья!